пошли мы в садик, в школу. У нас идет снег. Уже время 8 часов. Автобус сломался. Поехали на санках. На троих на санках. Ваня в садик, а Наташа в школу пойдет. Да. Подходим мы в школу и в садик. Наташа же в школу пойдет, а мы в садик пойдем. Да, в садик пойдем. Угу. Наташа в школу пошла, пока. Пока. Отвивала всех в садик. Вот сейчас пошла домой. Буду ставить вид кушать, прибираться. Всего помаленьку. Что-то мы шли, туда ветра не было, а ладно, иду, ветер какой-то раздулся. Застыла речка уже у нас, но рыбаки пошли на рыбалку. Сейчас в самом десяти тут рыбаков только будет сидеть не на этой стороне, а на той стороне. Так, вон рыбаки пошли в рыбалку. А если картошку ничего пожарить в уху? Да. Жареную картошку в уху спустить? Да. Варится уже уха из форели. Это картошка просто осталась. Это специальный, продается набор такой. Там голова, хвост. И немножко. Но этот раз плохо. Не ищи. Одна голова и хвост попал. Да. Вот это смогла и голова попадала, хвост и мякоти попадало много. Раньше вообще там они, ну, нормально было, вот эти наборы. А вот подними вот голову немножко. Вот, а они сейчас стали вот так вот вырезать мясо вот здесь. Даже а раньше головы. Было очень много, и в этой щемы. Вот мне интересно, вот куда они вот это вырезают и потом куда. На двое куда-то, на форель, может, куда-нибудь. Какую? Из головы на форель, на эти нарезки ты хотел? Ну. Да какая там нарезка-то получится? Эти наборы сырочки, для ухи недорогие. Мама. Сколько он? 100? 140, наверное, где-то так. 100. Они по-разному. 100, 120, 130. Да по весу, от веса зависит. Что? Кого надо? Зато уха очень вкусная получается. Она остыла, уже пойдем. На Новый год обязательно купим целую форель. А что ты смотрел, 800 рублей килограмм? Ну, там выйдет на 3000, где-то так. А помнишь, тогда мужик покупал 2000 с чем-то? Он выгодовал. Да. Ну, небольшую, такую среднюю, вот такую где-то брал. Целую рыбину купим. Весь Новый год есть. Привет, привет. Корова открыла дверь как-то и вышла прямо в наш палисадник. Смотрит. Сиди дома. Подожди меня-то. Цветочки решила Машины поесть. Смотрит он. Как она пошла чем туда? Да фиг ее знает. Дай лапу. Заходите, мадам. Всем привет. Всем привет. Наконец-то закончились сильные морозы. Тут ночью было даже до 37 доходило. Да. И благодаря этим морозам мы поняли, что, скорее всего, нужно пока повременить с пропиливанием прохода в наш пристрой.
Потому что было прохладно, когда минус 37 было, и мы боимся, что наш котел не потянет на такую площадь. Котел вообще рассчитан на 100 квадратов, вместе с пристроем у нас получится больше 100. Больше 100, немножко, около 100 там. И поэтому наши планы поменялись. Сейчас пока прекращаем работы там, пристрой. Может быть, там пол будем делать, не знаю, посмотрим. Сейчас мы решили все-таки бросить силы на утепление самой крыши основного дома, чердака. Сейчас вот думаем, либо опилками будем засыпать, либо, может купим немного утеплителя и опилками еще. В прошлом году была такая же история, как наступали морозы. Стало очень холодно. И это длилось до того, как не выпал снег. И когда выпал много снега, мы просто дом обкидали снегом, и становится теплее. Так что сейчас пока будем ждать снега, утеплим крышу и, наверное, сделаем ремонт вот в нашем пристрое, где у нас туалет и ванная стоит. Потому что там тоже окна стоят, они вообще смешные окна. Покажу сейчас вам. Там идет одно стекло всего. Думаю, может быть, заказать пластиковые окна. Но тоже надо, чтобы не сильно было холодно. Но сделать дом утеплить более. Ну. А то мы, если вот сейчас вот все это как-то его пропилим, поставим батареи, то мы вообще можем это как-то замерзнуть. Вдруг оно не справится. Или потом нам сумма придет в тысячи, не знаю сколько, 20 за отопление, за газ. Так что вот пока сейчас будем это думать, да. Утеплять, все делать. Да. Вот такие окна у нас стоят. Оно, в принципе, не сильно большое. Тут сколько тут? 50-60 сантиметров. И стекло всего одно. И так дует. Еще застывает. И ну, да. От этого холод еще оно идет. Вон, видишь, вода. Здесь там. Вот. Вон вода. Лед какой. Это сейчас просто тепло стало, тает. Вот здесь вот думаем поменять всего 3 окна таких. Ну в кочегарку надо, не надо будет. А почему не надо-то? В кочегарку надо тоже будет менять. Сегодня будем перегонять поросят в сарайку, в другую. У поросят стоит печка железная и труба выходит. Мы ее вообще никогда не топили. Вышли вечером кормить с фонариком. Я фонариком посветил на эту трубу, или ты, Маша, ты же посветила? Говорит, смотри, эта печка, поросята печку затопили. Там, правда, шел дым такой, как будто печка топится. Вот, что у них там оно тепло днем, очень. Днем не видно, а ночью вот как стемнело, оно заметно там стало. Там вообще как будто печка вот правда топится. У них когда дверь открываешь, у них там чем как в бане какой-то. Но надо там у них убрать. Сегодня перегоним. И там будем убирать. И потом, может, их рассадим. По два поросенка. У нас 4 поросенка. Угу. 2 будет в одном месте, 2 в другом. Посмотрим. Сейчас всего 6 часов вечера. Угу. Мы начали управляться. У нас на улице холодно сегодня. Ночью было минус 37 градусов. Сейчас тоже не жарко. Тоже холодно. На ногах. Целый день сидели дома. Вообще неохота было ничего делать. Такой мороз. Выходить даже на улицу. Настроения не было. Сейчас быстро покормим поросят, корову. И домой опять. Тепло. Поросят мы кормим утром и вечером, даем им по 2 ведра вот таких. Это настоящие змеи какие-то, да? Демоны! Класс.
сегодня сломался у них свет там. И завтра надо свет им сделать. Надо было им вообще этот, подтащить его сюда. Кого? Ведро что ли? Ну этот, тазик. Все, у них там грязно, да? Смотри, вышел, вышел, вышел. Нет. Как в бане. Я только что хотела сказать, как будто. Может, мы их вообще порассадим на двоих? Что говоришь? Двоих здесь оставим. Думаешь? Они это лучше расти будет так. А двоих туда пересадить. А там ее надо, я сегодня доубила ее. Она подстыла. Но это еще это. И не юзбайла, а то полностью вот это, представляешь, вот это вот, где вот это железо все лежит, оно полностью все было. И нее вот такой покрыто. Оно вот так как висело. Ага. Это значит потеплело. Потеплело. Завтра, наверное, будем их переселять. Как Маша сказала. Двоих здесь оставим, двоих. А им так-то будет холоднее. Двоим-то. Не будет. Ну ладно, посмотрим там. Посмотрим. Просто у них тут почистить надо будет. Перегнать их всех, да и все. Вычистить здесь. И там уже видно будет. Так у них тепло, надо открыть. Закрой, Ваня, дверь. Так-то тепло здесь. Иния нет на этом, на потолке. Курочки снесли яйцо, даже в такой мороз. Это показатель того, что здесь тепло. Лёшка с сумкой. Дивовые такие, да? Он то на его не трогает, да? Она её вещь, его ещё ковырит, чтобы никто к нему не подошёл. Что давай? Я сейчас посмотрю. Два пути стеет с вами. Что, спать пойдём, Матвей? Нет. Ну, я только об этом подумал. Надо. Ты мои мысли читаешь. Надо два мешка больших купить. О. Потому что... Нам ответить еще костюм какой-то покупать. Новогодний. А Наташе не надо. Зачем ей надо? Она плачет, слышишь, как она это красное оденет. Но... Кого она оденет? Ваньке только вот что, я не знаю. Одену свою платье, колонну, туфельки и пойду на праздник. Что, ты размещать хочешь? Я хотел стену накидать им сначала.
Операция. И. Операция. Поросята. Ой, блин. Ой, блин, что ты разу. На, держи. Сейчас вот наведем поросятам и сразу им одно ведро высыпаем, наверное. Другим будем заманивать. А другим заманивать. Нормально? Нормально, ну. Мешком. А там есть этот, Вася. Че? Может им с той стороны Попором? Надо. Попором? На. А? Погаон есть. От матраса, от старого. Че, в какую? В ту корыто? Угу. Операция прошла успешно. О, получилось у нас. Классно. Сами зашли. Спокойные. Здесь тоже окно утеплили. Теплой такой штуковиной. Посмотрим. Сейчас будем это в том сарае убирать. Все там надо убрать. Какашки их нет. Чтобы там не было. Понятно. Не учил кольного нести. Она это, водой. Дождь был ледяной. Его промочило всего. Тяжелый. И сюда он надо закрыть. Это их поставить, вот это. Вот так. Пойдем тепло.